Вот на примере венгера, совершенно убитой заточкой. Ну, то есть он даже не рвет, он режет. Даже, я бы не сказал даже, что он режет, но он... Ну, короче, тупой до безобразия. Сейчас я вам докажу, как при помощи такой красивой, хорошей и изящной геометрии швейцарцы выезжают, в принципе, везде. Он будет разделывать курицу чисто своей геометрией, геометрией своего клинка.